Всем привет, мои хорошие! Девочки, пришла новая посылочка Василек. Вот такая вот огромная, ой-ой-ой-ой, тяжелая. Что я заказала на этот раз? Хочу вам сказать, на этот раз я себе заказала ничего. Я заказала подарочки. Скоро Новый год, и нужно своих родных и близких одаривать подарочками. Я сыну невестки предложила посмотреть на сайте, что они хотят. И, в общем, какой выбор они сделали, я вам сейчас покажу. Давайте распакуем, посмотрим. Ну, первое, что я вам хочу показать. Это нательное мужское белье. Это футер с начесом. Тепленький такой костюмчик, черный. Заказали мы 60-й размер сыну, ну, для того, чтобы был он не совсем впритык, потому что футер начес нужно заказывать на размер больше. У сына 58-й размер, ну, по крайней мере, футболок 58-й размер мы заказываем. В общем, сейчас посмотрим, что это за костюмчик. Кстати, костюмчик этот стоит 511 рублей, и тут написано состав хлопок 100%. Вот прям вот тут написано. Вот такой вот хороший костюмчик. Да, действительно, здесь вот начесик внутри. Штанишки здесь идут. Так, что у нас? Сверху штанишки на резиночке. Я смотрю, плохо их видно на фоне, да? Ну ладно, сейчас просто вам покажу, расскажу. Внизу манжетик вот такой вот идет. Вот такие вот штаны. Их можно одевать, кстати, под брюки. Тут видите, как сделано. Вот так. Можно просто носить, может быть, дома. Но это нательное белье, можно носить как угодно. А что у нас сверху? Так. Сверху вот такая прямая футболочка с длинным рукавом. На рукавах манжетик вот такой хорошенький. Внизу манжета нету. Просто вот такая вот она прямая идет. И тоже идет она внутри с начесиком. В общем, хороший костюмчик. Хороший. На зиму то, что нужно. Я вам сейчас вблизи это дело покажу. И вы посмотрите, как это выглядит. А что еще я заказала? Постельное белье. Это 100% хлопок. Это сатин. Евро 2. Сделано все это в России. Какие тут размеры, девочки? Пододеяльник 215 сантиметров на 240. Один. Простыня 215 на 240. Одна. Наволочка 70 на 70. Две штуки. Это без молнии заказали мы. Комплект постельного белья Политекс. Сатин морской бриз называется. Артикул 2070N. И стоит этот комплект 2079 рублей. Но сейчас мы развернем его и посмотрим. Вот так выглядят наволочки. Здесь крупная клетка. Белая, голубой, синий цвет. Хорошая расцветочка. Мне очень нравится. Очень приятная ткань, прямо чувствуется хорошая такая дорогая ткань. Гладкая, нежная, как шелк. Но это сатин, девочки.
Вот так выглядит наволочка. Здесь клеточка поменьше, небольшие цветочки есть. Ну, такой вот как бы сине-серый цвет. Ну, цвет приятный, хороший цвет, хороший. Ну, а под одеяльник здесь идет двухцветный. С одной стороны у него расцветка как наволочки, а с другой стороны расцветка как простынь. Вот такой двухцветный идет хорошенький пододеяльничек. Еще один комплект постельного белья, тоже евро 2, размеры те же самые, только это идет поплин. Комплект называется Милан жемчуг бежевый, артикул 10 333/1, без молнии, наволочки 70 на 70, и тоже 100% хлопок. Ну, этот комплект я тоже раскрою, вам покажу. В этом комплекте здесь идет рисунок один. И на наволочках, на простынях, и на пододеяльнике идет один рисунок. Идет это без молнии, как мешочек. Бежевый такой нежный цвет. И такой вот мелкий, такой незаметный, как знаете, вот рисунок есть. Я вам покажу в другом ракурсе это. Поплин сам по себе ткань, она похожая немножко на сатин, но я бы сказала между сатином и вязью, вот такой вот на ощупь, но он идет немножечко дешевле по цене, ну из-за расцветочки дешевле, и этот комплектик стоит 1827 рублей. Ну и еще один комплектик заказали мы для внучки, для Настеньки. Это бязь. Такой вот детский интересный рисуночек. Это тоже 100% хлопок. Пододеяльник размер 112 на 147. Простыня 100 на 150. Наволочка 60 на 40. Постельное белье называется Яселька, Милан. Бязь волшебницы, артикул 11 407/1. И стоит этот комплект 462 рубля всего. Детский такой комплектик. Ну, давайте посмотрим. Симпатичный рисуночек. Вот такая вот наволочка, смотрите. С одной стороны она такая. С другой стороны другая девочка. Это волшебницы такие симпатичные. Ну, без молнии, конечно. И вот такой вот цветастый идет. Такая вот простынь. И вот такой пододеяльничек. Но я все это разложу, вам покажу, чтобы видно было, какой симпатичный рисунок. И заказала я небольшое полотенчико. Полотенце махровое Туркменистан, 430 грамм на метр квадратный. Синий-серый цвет 0,98. 40 на 70. И стоит 91 рубль. Вот такое полотенчико. Тоже 100% хлопок. Но это полотенчико тоже идет на подарочек моим родным. Приятная расцветочка, правда? Мне нравится. Хорошенькая. Ну вот и все, мои хорошие. Все я вам показала. Все, что заказали, вся посылочка, вся она уйдет на подарок сыну и его семье. Кстати, кто-нибудь помнит, вот это вот сарафанчик этот я заказывала тоже в Васильке. И вот это у меня постельное белье в Васильке.
Это не постельное белье, вернее, это комплект покрывала, наволочки вот эти вот на подушечках. В общем, я очень часто делаю заказики, васильки. Мне все заказики нравятся. Я очень люблю хлопок, я очень люблю натуральные ткани. И меня очень даже устраивают лояльные цены, очень такие недорогие, хорошие цены и хорошее качество. Девочки, ссылку на Василек я оставлю внизу. Заходите по ссылочке, выбирайте себе подарочки к Новому году. И себе, и своим близким там есть что выбрать. Ну, а на этом я хочу свое видео закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!